18 псалом, 27 стих сказано так. Вяжите веными жертву и ведите ее к рогам жертвенника. Вяжите веными жертву, то есть веревками связывайте жертву и ведите к рогам жертвенника, ведите эту жертву. Апостол Павел Тимофею, сотруднику своему, пишет так приветствие. Благодать, милость и мир тебе от Господа. Титу тоже говорит, благодать, милость и мир тебе от Господа. Это служителя. А во всех других посланиях он пишет приветствие. Благодать и мир. А вот милость он добавляет служителям. Почему такая разница, братья и сестры? Не хватит никаких сил на то исполнить те пожелания, которые были сказаны, если не будет с ними милость Господня. Скажите, братья и сестры, кто больше всего говорит в церкви? Конечно, служители, правда? А какая ответственность за каждое слово перед служителями? Если кто убавит или прибавит, в книге закона лишается права на жизнь вечную. А разве можно допустить, чтобы годами говорить и ни разу не ошибиться? И везде сказать безукоризненно. Вы можете себе представить, какая ответственность колоссальная на вас? И вот вам нужна особая милость от Господа, чтобы не ошибаться в словах, произносить решение, изъявлять волю Божью. Приходится решать много судьбоносных вопросов, по вопросам конфликтов там, или еще что, по вопросам избрания. Вот так вот, рядовой скажет, нет, не хочу там, или хочу, давать того или другого. Это рядовой, он сейчас сказал, а завтра отойдет в сторонку, он вправе высказывать свое мнение. А за служителей они не имеют права ошибаться. Кому-то на замечание поставить, или отключиться, или так далее. Какой-то спорный вопрос решить. И если решите неправильно, и душа обиженная пожалуется Богу, и Бог взыщет с вас. Так Слово Божие говорит. Сколько судьбоносные вопросы нужно решать осторожно. Если все пришли неподготовленными, надо кому-то вставать, надо кому-то говорить. Вы не имеете права когда-нибудь идти в собрание и не быть подготовленным. А разве вы так не понимаете, когда идешь в собрание, и тяжело на сердце, усядешь в стороночке, пройдет собрание, так удержишься в молитве, послушаешь Слово Божие и отрылился. Бывает у вас так, брат? Бывает часто. А ведь они такие же люди. Не дай Бог они им когда-нибудь с пустым сердцем прийти. Им не разрешат сесть с краю там где-то подальше. Вставай сюда. Не разрешено садиться в сторонку. Вы обязаны вставать в центре. Поэтому недопустимо, чтобы когда-нибудь были опустошены. А ведь, скажу вам, искушение-то будет еще больше. Забот будет больше. И семейные трудности будут. Все будет. А вы не имеете права быть опустошенными. Вникая во все, до всех дело будет. Придете домой, а жена скажет вам, тебе до всех дело, кроме меня. А ты уставший, и захочешь просто немножко отдохнуть. И тогда не смущайся. С вас не снимается ответственность быть главами вашего семейства. И восполнит Господь недостаток вашего присутствия своим благословением и присутствием. Бежите веревками жертву и ведите к рогам жертвенника. Где жертвенник, там приношение Господу. Мы сегодня принесли к рогам жертвенника братьев и положили их на жертву. Но не только лишь их положили на жертвенник, и жены, семьи. Но, а почему веревками надо жертву связывать? Да потому что убежит жертва от огня. Больно будет. Не пожелает быть на жертвенник. Надо связывать. Столько вам будет трудностей. Столько встретите неблагодарных людей. Что не дай Бог когда-нибудь сказать, неужели мне больше всех надо?
И вот, чтобы этого никогда не было, чтобы не сказали, и я пойду от жертвенника, у меня тоже свои заботы есть, своя жизнь, свои дети. Свяжите себя сегодня так плотно, чтобы не смогли уйти никогда. Притом, не Бог связывает. Сказано, вяжите. Вы вяжите. Я хотел бы сегодня сказать это женам. Покрепче свяжите мужей своим обещанием, узами верности, любви, братолюбия. Вот так вот плотно связать, пожертвовать. Господи, если когда-нибудь я в огорчении пожелаю отойти и больше ни к чему не прикасаться, видя столько неблагодарных и так далее, трудный путь, помоги мне быть связанным и никогда не сделать этот плохой поступок, отойти в сторону. Вот некоторые думают, ой, сейчас свобода, вот сейчас полегче, вот только теперь и начинать служить Богу. Скажу вам, 100 раз сейчас будет тяжелее, чем 10 лет назад. На прошлой неделе вышел указ. Если раньше по указу нас штрафовали на 50 рублей, то теперь по новому указу на 5000. И скажу вам, не каждый выдержит такой нагрузки. Скажут, мне и машину конфискуют, и дом, и все что угодно, и прочее. Надо как-то и другие пути искать. Мне вчера говорят некоторые, сейчас только бы жить спокойно, а вы все ищете конфликтов. Братья и сестры, разве мы тернистый узкий путь ищем? Мы идем по пути, нам искать-то нечего, совершенно нечего искать. Все найдено Иисусом Христом, и путь проложен. И да поможет вам Господь не выбирать легких путей. Благоговеть всегда, быть благодарными вот тем, что вам Бог дает. Если проблемы с жильем будут, другие едут на заработки, знают, как решать эти проблемы, а вы не имеете права ехать на заработки. Вы будете ждать манны с неба. Будете питаться от источника благ, и не беда, если всеми будете забыты. Когда к одной сестре подошли и говорили, вернее, одному брату говорили, что вот тебя посадили мы и больше никогда не выпустим, а дети твои, а жена твоя. А вот помолился, а потом говорит, разве все вороны у Бога померли? Если Бог ворону повелевал Илью кормить, есть ворон, который исполнит волю Божию и по отношению моей жены и моих детей. Пока вороны живы, дети ваши будут жить. И горе вам, если вы будете думать так, нас обязаны обслужить. Вам никто ничем не обязан. Вы сегодня договариваетесь с Богом. У Него на службе. У Него на службе. И эта служба, расплата это за эту службу на небесах. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. Столб. На него все нагрузки, все давление. И горе тому, если какой столбу, зданию, если какой столб сокрушится и не выдержит. Помните, Самсон раздвинул столбы. Что произошло тогда? Итак, если вы побеждающие, не лавровые венки вам нужны, не награды какие-то, не высокое место. Если побеждающие, несите тяжесть на себе. Будьте столбами в Церкви Христовой, и Бог будет с вами и сделает несравненно больше. И дал бы Господь, чтобы финиш ваш, конец ваш был такой. Войди в радость Господина твоего. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Широкие двери после узкого пути, но эти двери будут вести Царство Небесное, вечные обители. И дал бы Господь, чтобы вы восседали
на престоле у Господа, как победители во славу Его. Аминь. Yeah.